15-летняя Дарья Астанаева писательством занялась недавно. Сначала пробовала писать рассказы и сочинения. А год назад начала писать повесть под названием «Ты опоздал на 8 лет». Заранее спланированный сюжет в ходе написания перерос в импровизацию. Сама юная писательница говорит, книга о том, что люди не должны строить иллюзии. Надо продолжать жить, чтобы не случилось в твоей жизни. Надо учиться жить. Вся жизнь – это простая учеба. Выпустить книгу в таком юном возрасте – достаточно хорошее начало творческого пути, говорят специалисты. Но в таком возрасте нужно писать о чем-то более позитивном, чем о смерти. Скорее всего, на Дарью повлияло, интенсивное, интеллектуальное, насыщение другими литературами. Скорее всего, это вот западная литература или литература, зарубежных стран повлияла. Но так или иначе, это ее личный опыт.